России есть очень хорошая традиция приходить на избирательные участки с семьями. Я помню еще в моем далеком детстве, я также вместе с родителями приходил на избирательные участки, и мы голосовали. Это подчеркивает то, что россияне, граждане нашей страны, они не аполитичны. Они определяют свою судьбу, судьбу своих детей, и очень глубоко задумываются о том, в каком мире хотят они жить и как они хотят жить. И я сегодня пришел на участок также со всей семьей, хотя моя дочь еще не голосует, но я уверен, что ей не безразлично, в какой стране она будет жить.